и священником принадлежит Максимилиан Кирилл из города Находки. Алексей добавил 75 килограмм к этому рекорду. Еще два ребята со мной туда попадаются. Алексей Кузнецов, встречаем, поддерживаем попытку установления рекорда Приморского края в тяге категории 66 килограмм. Даже давай. Габриэль Семенов, Максименко. Цель. Я не отклоняю. Да, есть новый рекорд. Еще один.